Всем привет, с вами снова я, Зазепа, и это Prison Architect, второй сезон, такая шестая серия. Вот, продолжаем. Как видим, в мастерской все еще никто не хочет работать, библиотеки все еще не могут расставить нормально книжки по своим местам. Кто-то там что-то кричит, что-то вопит. Не знаю, ну вообще надо бы расширить немного медицинскую палату. Вот что-то у нас как-то слишком много раненых получается. Очень голоден. Почему у нас только голодных? Почему? Как так вообще получилось? Давайте еще, может, поставим там холодильников, там, не знаю. Электричество надо под холодильники. И, наверное, поставим немного. Много столов. Один стол хотя бы поставить бы. Кто-то там кого-то бьет уже. Можете сопилку расширить, как думаете? Вот я бы расширил бы. Но я не могу. Мне не хватает, блин, 234 доллара. Они все сюда деревья попритаскали. Это что за склад у нас тут такой получается? Ой, чувствую, зря я пока построил здесь столько объектов. Даже людей накормить нормально не можем, там они голодают, получается. Плит что ли побольше поставить? Давайте поставим еще плит. Даже может наймем больше поваров. Электроэнергия пока вроде вытягивает все. Но я бы такой бы, что поставил бы где-нибудь еще здесь, но так расширять тюрьму надо. Расширить мы пока не можем. Что-то мало кто читает. Им лишь бы телевизор там посмотреть, радио послушать там, и не книги умные почитать. Одиночки я пока библиотеки не хочу строить. Буду ставить там массовые такие камеры, там где много людей обитает. Где же там книжные полки? Вот книжная полка. Что-то я даже не заметил ее с первого раза. Так мы хотя бы увеличим вероятность, что кто-то там умнеть начнет или захочет, по крайней мере, после умных книг. Еще давайте и в такие камеры поставим. Ага, смотрите-ка, что я обнаружил. Что-то здесь уже подкопы выйти пытался. Там никто больше не пытался, нет? Так, давайте дальше. Так, там книжную полку, тут книжную полку. Я поставил. Тут камеры и так маленькие.
Может, кто-нибудь в одиночках начнет читать. Будут у нас такие образованные зэки. По крайней мере, улучшим немного условия жизни. Тут вроде везде все есть. Тут я им поставил все. Знаю, может в классе поставить тоже. Может тут кто-нибудь читать начнет. Лишним не будет, короче. Нам библиотекарь нужен. Библиотекарь нам не нужен. Может какие-нибудь гранты взять? Ну, в смысле, не гранты, а... Один час. Это, блин, ну такое пока не тянем. Ничего пока из этого себе позволить не могу нормально. Может вот это? Смертник. Да смертника вроде неплохо платит. Маленькие камеры. Установлены стандартно, только представьте, сколько камер можно было бы построить этих правил. Ну мне это не надо, блин, я это не использую. Чё мне по деньгам? Что-то не растет, да? Моя тюрьма что-то тоже, в принципе, не очень-то и разрастается. Нет, медицинский блок и явно надо переносить. Здесь такой побольше, посолиднее поставил бы. Может здесь сделать медицинский блок, а здесь какую-нибудь молельню, там, я не знаю. Молельню. Или наоборот, здесь прачечную, а здесь медицинский блок. А почему бы и нет? Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать,
И сюда мы поставим прачечную. Так, прачечная. Лазарет, доставка, столовая, кухня, двор. Вот прачечная. Делаем здесь, короче, прачку. А здесь, короче, делаем этот медицинский блок, да? Лазарет. И, короче, все эти стиралки. Демонтировать. Все, короче, отсюда убираем. Ставим здесь. Больничные койки. Давайте вещи, работайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Понял. Хватит. Берите отсюда всю эту прачку. Стол. Раз, два. Стиральная машина. Раз, два, три, четыре, пять. И гладильные, короче, эти доски сюда. Вот как-то так. Да не, не это. Ты чё? Вот это мне сюда. Так, медицинский блок перенесли. Теперь здесь будет у нас прачечная. Ну, смотри, что со стиральными машинами? А! Точно. Провел. Ну, не знаю, но, по-моему, мы сделали лучше. То есть здесь и больше места для коек всяких. И лечить вроде как должны получше. Что у нас по образованию? Ноль, прошло курс. Здесь тоже, блин, не хотят нормально проходить. Не понимаю я. Да, зато все хотят, блин, на УДО попасть. И до 200 человек мы сейчас будем еще очень далеко. Нам еще очень много предстоит. А почему не хватает для 14 заключенных? Так, 118 плюс 21. Ну, 139 получается. Камера у меня 146. Ну, средняя камера такая, да, типа фиговые считаются. А что вам тут надо еще? Подожди.
Не понимаю. У нас типа хачишники будут жить или что? Я хотел описание почитать. Что это было сейчас? Дайте мне эту фигню поставить сюда. Это, в смысле, это там что с прослушкой было, да? Извините, пока вам люксовые камеры поставить не могу. Могу сделать вот так. Повара, что ли, вам нанять еще? Ну вот, я уже лавку не могу себе позволить поставить за 30 баксов. Да туда, камеры тут поставил нормально. Ну там бобус, блин, за это, сволочи. Не, ладно. Блин, это же давно не устраивало. Все, хорош, ладно. Потом-то проверяю. Продолжаем тут заносить вещи на кухню. Денег нет у нас поставить. Электричество там провести, так нормально сделать. Ну, чего сейчас подведут? Только время давайте ускорим. О, сразу деньги появились. Стоит только попросить. Еще плиты. Холодоса какого-нибудь такого, да, нам? Я думаю, там автоматом подключится, да? Так, давайте смотреть, кто там сытый, кто там голодный. Жалко, что здесь нет такого бегунка, который позволил бы отматывать это все вниз. Насколько я могу судить, всем сидячих мест хватает. Даже мафиози. Они там как-то рассаживаются там по-особому. Ну, сколько тарелок стоит. Может, вам времени не хватает на нормальное питание? Может, он трехразовое питание сделать. Давайте вот так, а здесь
Питание так подольше сделаем. Вот. А ну-ка, что там у нас? Обыск. Залить, я думаю, не успеете, да? А то я боюсь, знаете ли, в таких местах. Там все возможно. И трубы у нас вроде как большой там нету. Что у нас по разведке? Так, я сейчас, наверное, разберу здесь столы в таком количестве. А то у нас так денег нету. Вот, два стола, хватит. Чё, нашли подкоп? Не нашли. Ну и хорошо. Что, знаете, так выглядело подозрительно все. Так, ну чем займемся в этой серии? Расширять? Расширять тюрьму, что ли, будем? Вот сюда вот так пройдем забор. Почему бы и нет? Только начну я, наверное, более глобально. Вот так вот. Я думаю, нам пока хватит. Смотрим, как они там строят, не строят. Они с этой стороны, наверное, лишили. Ну, смотрите, как быстро пошли. Ребятня. Я не думаю, что кто-то здесь прям под собаками там начнет рыть. Так. Не зря я там начал строить, сейчас я тут вообще генератор поставлю. Энерго. А он 5000 стоит. Угу. Ну чё, тут дырку в заборе залатать не можете. Давайте здесь уберем тогда забор. Вот так вот сделаем. А здесь... Нет, здесь мы продлим забор. Ограда. Вот так вот. Может, дворик расширить, я так подумал. Тут здесь уже расселись. Ждут еду. Раздаточный стол можешь поставить еще один. То, может, его не хватает. Раздаточный стол. По краям вот так вот поставить их чисто. Может, из-за них там нехватка такая острая. Так, а здесь мы, наверное, расширим наш парк. Сад, то есть лесопилка, вот. Деревьев должно стать больше. Как и прибыли от нее.
А здесь мы, короче, сейчас стены, наверное, уберем. Уберем стены. И поставим здесь, короче, камеры. Больше камер миру камер. Так. Может, люксовые вообще поставить? Не знаю, они, блин, дорогие. Хотя, может, такие, знаете, камеры для элиты там будут. Чисто несколько штук. А мне денег, блин, не хватает на это все. Я вот закупился тут садами. Да, денег сейчас должно стать больше потом, после этого всего. Но что-то пока не сейчас. Не потяну я, наверное, так пока еще по количеству камер. Общих бы поставить для начала. Можно, конечно же, вставить ту люксовую, но потом ее переделывать под общую. И ставить там кровать. Может, почту какую поставить, тоже вот подумываю. Так, 151 человек. В принципе, мы сейчас можем за них получить деньги. 150. Бля. Ладно. Хорошо. Так, открутим. 151. Ну, нечаянно я нажал. Вот так, 151. Из-за них мы получим 6900. 6900, в принципе, тоже деньги неплохие. То есть здесь заключенный работает? Серьезно? Реформа сработала? Или чувак там не прошел курс? Какие же вы долгие. Когда вы, блин, курс пройдете? А сейчас вам духовное наставление, блин, отменю, пойдете туда учиться. Все комнаты заняты. В смысле они заняты? А где оно проходит? Образование. А у меня что, разве всего этого нету? Из этого пока себе позволить не могу. Хоть кто-нибудь придет сюда трудиться или нет?
И мне так и сидеть и ждать. Ну чё вы там, нормально уже? Обрастаете? Все засадили. Камеру еще даже построить не могу, ни одну. Да. Библиотечные шкафы, блин, поставьте нормально. Что это за херню я сделала? Кто мне скажет? Нахера я это сделал? Могу сюда сделать. И что это будет? Я не знаю. Хорошо, не знаю, прачечная там, столовая. Нафига мне это? Что это будет? Везде вроде где кого мог там распределял. Эти все сажают тут. Генератор поставить я не могу пока что. Да и не надо мне это пока. Ну, здесь тоже просто все засадить и все, и ждать прибыли чистой. А здесь пока все застраивать, где можно и нельзя. Не, ну тогда было бы не очень. Видите, какая большая лесопилка. Чисто, знаете, было бы не признано архитектор, а какой-то симулятор лесопилки. Ну да, зато у нас тут деревьев просто уйма. Просто выкладывают. Ладно, столы, походу, я зря поубирал. Я просто не знаю, куда их ложить. На полы ложат. Ладно, я думаю, на этом можно завершить серию. Такая коротенькая очень серия получилась. Знаю, понимаю, но тем не менее. С вами был Зазепа. Лайк, подписка. Оставляйте обязательно комментарии. Всего хорошего, удачи, пока.